Moldova, teritoriul ilegalităților, în care instituțiile de drept sunt utilizate ca instrumente de presiune împotriva celor care se opun regimului Plahotniuc. Este titlul și motivul unui film postat pe Facebook de către președintele formațiunii Partidul Nostru. Renato Usatăi afirmă că dovezile prezentate de el arată implicarea șefilor structurilor de forță în scheme criminale. Sunt vizate nume grele precum Eduard Harunjen, Viorel Morari, Gheorghe Cavcaliuc, Mihai Balan, dar și alții. Filmul are o durată de 3 ore și prezintă documente, corespondențe electronice și înregistrări telefonice efectuate de anul trecut până în prezent. Potrivit acestora, o parte din șefii instituțiilor de drept ar fi acceptat mită pentru fabricarea dosarelor penale pe numele președintelui formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, la indicația președintelui Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Toate cu ajutorul declarațiilor false ale bancherului rus German Gorbunțov, dar și a unei campanii de discreditare la post. То, что Плахотнюк, совершая разные преступления, привык во всем делать виноватым кого-то, чтобы увести от себя удар, значит, это не для меня, не для большинства граждан страны точно не новость. Ренато Усатăi face referire la surse demne de încredere și publică discuțiile dintre doi bărbați pe nume Dmitri Melnikov și Evgenia Alexeev, despre care spune că sunt parteneri de afacere a lui German Gorbunțov. Din corespondențe rezultă că în Moldova poți deschide și închide dosare penale, dar și vinde documente confidențiale. Filmul arată că Gorbunțov ar fi plătit $10.000 pentru a-i se înceta urmărirea penală în mai multe cazuri. Так что с розыском? Снимают? Он мне голову еб... за 200к. Демчучину Саша Маломан передал 20-ку. Тот заносит в качестве аванса наверх и начинают работать. Интерпол сказали, что запустили процесс снятия. Как следует из этой переписки, аванс $20 000 надо занести в прокуратуру. В общем, цена вопроса от 100 до $200 000 в зависимости от дела. По прекращению уголовных дел на Горбунцова его партнеры работают с генпрокурором Эдуардом Харунжиным, который оказывает максимальное содействие. Из переписки мы узнаем имена и непосредственных исполнителей. Это заместитель генпрокурора Игорь Сербинов и глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Виарел Мораль, стоимость услуг которого прямо указывается бизнес-партнерами Горбунцова. Пока материалы Морари отказывается передавать. Говорит, что лично генеральный распорядился отдать нам материалы. Либо ждите сроки. В общем, хочет денег. Но Сербинов говорит, что клиент уже делал запрос в Лион. Это может быть обычный понт от антикоррупционного центра. В целом новости нормальные. Завтра Сербинов поговорит с генеральным, чтоб тот воздействовал на Морари. Как-никак они знакомы лично очень хорошо. Сегодня Сербинов лично проверял все по клиенту. Информация такая. Два дела, проходящие по Интерполу, сняты точно. Третье дело Морари сказал делиться. 10 тысяч. 5 вперед. Партнеры Горбунцова хватают, что передали $10 000 директору СИБА Михаю Балану и что у них есть выход на него через человека из Израиля. Адвокат встретится по вопросу антирейдерства с главой СИБА 18 числа. Заход стоил 10-ку. Удивительно, но мой канал здесь лично знаком с ним уже лет 20. Они каким-то образом взаимодействовали в Израиле. Мир тесен. Как выясняется из переписки, молдавские правоохранители допускают утечку конфиденциальной информации. Încetarea dosarelor penale poate fi făcută prin mai multe metode. Se mai arată în film. Вариант по клиенту. Прокуратура может взять материал на проверку, и материал случайно может полностью пропасть. Тогда прекратить гораздо проще, хотя пропажа материалов – дело непростое. Дело спасено? 5 сентября будет заседание апелляционной комиссии. Посмотрим, но позвонят туда, как пообещали. Вероятность победы я оцениваю в 70%. Криминальные партнеры Горбунцова передают $250 000 для назначения комиссии прокуроров по вынесению положительного решения в отношении дел Германа Горбунцова. Предложено выступить против Усатова единым фронтом. Я общался с Герой, он хоть и нервничает из-за Плохиша, но понимает, что выхода нет. Он будет сотрудничать с Плохишом против Усатова. Горбунцов должен дать показания против Усатова, которые станут основой
уголовному преследованию последнего. Кстати, прокуроры, о которых говорит Горбунцов, побывали у него в Лондоне. Вопрос по уголовным делам Горбунцова закрыт. Высокий суд на стороне Геры теперь. Мы добили вопрос, Женя. Поздравляю. Давай 14 ноября встретимся. Дима, вопрос по делам закрыт? Наконец-то. Да, все, ок, запускаем работу по возвращению активов Геры в Молдове. Надо 150 сейчас. ПЛ, Саша, Маломан, прокурорские в доле. Горбунцов ставит вопрос о возврате активов. Плохотнюк гарантирует возвращение части активов Горбунцова в обмен на вторую партию его показаний против Усатого. Урмяза însă noi scheme, sublinează Renato Usatăi. Это прямые доказательства того, что ОПГ под руководством Плохотнюка, в которую входит его друг Горбунцов, Мельников, Алексеев с Москвы, как мне фабрикуется новые, собираются фабриковать новые уголовные дела в Молдове в августе-сентябре. Уже этого года. Iar drept motiv pentru acest dosar ar trebui să servească un film de denigrare a șefului formațiunii Partidul Nostru, care spune Renato Usatăi va fi difuzat la Publica TV la sfârșitul lunii august. Дима, как быть с моментом требования прокурорскими еще части предоплаты? Я тебе уже говорил о том, что они готовы нарисовать часть документов задним числом для фильма, в частности по банку, если необходимо и по протестам 2016 года. Там Уса отличился. Если это необходимо, то 25 необходимо выделить к 1 июня. Дима, я говорил с человеком сверху в качестве подстраховки, у них есть выход на Генеральную прокуратуру Украины, чтобы УСУ приписать к П. Но пока это не требуется, только в экстренном случае. Я Жене звонил, он мне сообщил, что человек от П сказал, что главное сейчас сделать фильм. Пройтись по УСЕ катком. П важно, чтобы УСУ не считали политиком и оппозиционером, а считали бандитом. Они к лету хотят избирательную систему сменить, а к осени, край к концу года, нужно по УСЕ закончить. То, что вы увидели, на самом деле это является сегодня прямыми доказательствами того, что Молдова является захваченным государством, которым руководит ОПГ. ОПГ под руководством Владимира Плохотнюка. Прокурорul general Eduard Harunjen, șeful Procuraturii Anticorupție Viorel Morar, nu au răspuns la telefon pentru comentarii, însă șefa serviciului de presă al Procuraturii Generale ne-a spus că instituția respinge acuzațiile. Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cafcaliuc, a spus că nu a văzut filmul, dar nu comentează acuzațiile oamenilor care sunt în conflict cu legea. Nu a vrut să dea o replică nici șefa serviciului de presă al Centrului Național Anticorupție și nici cea a Serviciului de Informații și Securitate. Iar purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gamurare, a declarat că este o încercare a lui Renato Usatăi de a se victimiza. Restul persoanelor vizate în film nu au fost de găsit pentru replici. În prezent, Renato Usatăi este dat în urmărire internațională de autoritățile moldovenești, fiind acuzat că ar fi comandat tentativa de asasinare a lui German Gorbunțov.